Многие родители считают, чтобы мальчик вырос настоящим рыцарем, его нужно воспитывать в строгости. Но это скорее миф, чем реальность. Доказано психологами, что до 3 лет мальчику порой необходимо больше ласки и внимания, чем девочке, так как в психологическом плане представители сильной половины человечества более ранимы в столь юном возрасте. А вот когда карапузу исполнилось 3 года, общение с отцом становится для него необходимостью. Для мальчика очень важно именно в этом возрасте перенять мужские качества. Поэтому отцам стоит быть внимательными. В первую очередь, это не только слова отца, но и конкретные поступки, отношения папы к маме, так как он относится в первую очередь к своей женщине. Также отец должен участвовать в жизни своего сына, брать с собой, например, на рыбалку, в спортивные секции. Если же мама воспитывает одна мальчика, тут сложнее, но выход всегда есть. Стоит задуматься о мужском виде спорта и как можно чаще давать возможность малышу общаться с дедушками и дядями. Очень важно через сюжетно-ролевые игры, то есть они нам очень помогают. Это, например, мы даем роли каждому ребенку, определенную роль, и они вместе сплачиваются и взаимодействуют друг с другом. Например, семья, то есть мальчики выполняют роль отцов, там, мужчин, девочки роль мамы, вот, и взаимодействуют, и, конечно, мы через них прививаем уважение к девочке, уважение к близким, где-то уметь уступать, поддерживать друг другу, помогать, то есть как бы это все реализуется через игры, потому что игра – это ведущий вид деятельности дошкольного возраста. Но мамам тоже стоит не забывать, что от их поведения также зависит формирование личности мальчика. Например, если мама время от времени просит подать плащ, то и за девочками в будущем сын будет ухаживать точно таким же образом. 90% рыцарских качеств – это личный пример родителей, так что не забывайте о нем, и пусть ваш сын вырастет уверенным и успешным мужчиной.